Всем привет, дорогие друзья! Сегодня для меня особенный день. Я наконец приобрел ленточную пилу, которой мне очень не хватало в моей мастерской. Модель была выбрана BAS-250 от производителя JIB. Ну а теперь давайте достанем все из коробки, посмотрим на комплектность. Верхняя опора, на которую устанавливается стол. Сам стол, сделанный из чугунины, кстати, весит очень немало. Он будет у нас устанавливаться как раз таки на эту опору. Направляющая, на которой есть шкала в миллиметрах. Параллельный упор, оснащенный быстро зажимным механизмом. Переходник для удаления пыли с переходом на 10 сантиметров. И упор, на котором нанесена шкала от 0 до 45 градусов. Ну и соответственно сам станок. Также дополнительно в коробке на дне нашел вот такие вот два ремешка. Ну, скорее всего, для каких-то механизмов внутри. Позже разберемся. Итак, давайте приступим к сборке. Для начала устанавливаем верхнюю опору вот на это место. Размазываем получше смазку. И устанавливаем опору. Устанавливаем чугунную столешницу. Прикручиваем на 4 болта. Плита транспортировочной смазки, поэтому лучше ее сразу выделить. С этой стороны стола нужно закрутить болтик, который будет держать плиту, чтобы она не расходилась. Затем устанавливаем параллельную направляющую и закручиваем барашки. Предварительно не забываем выставить в ноль по прорези. Теперь устанавливаем быстросъемный боковой упор. С одной стороны он цепляется, с другой стороны вставляется в паз. В этот паз мы устанавливаем транспортерный упор, который будет помогать для ровного пропила. Если вы решите вырезать какой-то кривой узор, то эти два элемента лучше всего снять. В заключении сборки устанавливаю сбоку вот этот вот болт, который остался. Он служит для толкателя вот таким образом. На этом сборка данного станка закончено, но я хочу обратить ваше внимание на некоторые моменты. Станок JIB BAS-250 получил свое название из-за диаметра колес. Если мы с вами их замерим, то как раз таки увидим, что ровно 25 сантиметров. Два колеса,
которые установлены, они закрываются вот этими дверками. У каждой дверки есть свой концевик. Если мы откроем любую из дверок, верхнюю либо нижнюю, то станок сразу остановится. По поводу ремешков, которые были в комплекте. Установлены они вот в этом месте. Регулировка ленты дополнительными подшипниками. Вот здесь они установлены. Раз, два, левый, правый, и один сзади. Точно такой же механизм имеется внизу. Так как сама лента уже отрегулирована на заводе, нам не потребуется ее настраивать. Весь станок выполнен из очень жесткой конструкции. У него нет совершенно никакой вибрации. Чугунный стол принимает изменения наклона при помощи верхней опоры для распила под углом. Максимальная высота пропила 120 мм. Максимальная ширина пропила 245 мм. Двигатель у данной модели установлен на 350 Вт. Лента для этого станка используется на 1790 мм. Ширину ленты можно использовать от 3 до 13 мм. Для прямых и косых распилов удобно использовать упоры, на котором нанесена шкала с градусами. Размер у этого стола 350 на 318. Ну а теперь давайте посмотрим, на что способен этот станок. Переходим к тестам. Станок работает очень тихо, срез очень хороший и гладкий. Если на этот станок установить ленту в 3 мм, то с легкостью можно вырезать какие-то узоры на древесине. Хотелось бы отметить еще один момент. Данный станок комплектуется специальными ножками, подставкой. Но я решил в свою очередь изготовить их сам, так как, во-первых, при моем росте эти ножки будут немного низковаты для меня. Мне придется горбиться. Соответственно, работать будет немножко неудобно. Поэтому в моем случае он пока постоит на столе, так как станок небольшой. Высоты стола мне будет вполне достаточно. А далее изготовлю ножки самостоятельно. Ссылку, где я приобретал этот станок, оставляю для вас в описании ниже. Если у вас остались какие-то вопросы по этой модели, обязательно задавайте их в комментарии. А кому понравился мой обзор, ставим палец вверх. Не забываем подписаться на канал. И до новых встреч. Всем пока.